с вами сейчас на стадионе имени Елены Исинбаевой. Ну, труд называется он. Разгоняется потихонечку Мелбет, первая лига, сезон 23-24. Сегодня много матчей. Наш матч махачкалинский под названием «Динамо Махачкала». Кубань-Краснодар. Он последний, он около 9 закончится. В это время все остальные команды уже сыграют. Поэтому во втором тайме, я думаю, с таблицей определимся и поймем, чего командам светит, участвующим в сегодняшнем матче. Пока старт сезона и для «Динамо», и для «Кубани» это печаль. На сегодня это «Джокер» Кубани в атаке. Момент, Масейчук, правый край. И в центр передачу можно под левую, сам себе Илья, и спасает Магомедов, дальше Ковачевич почищает. А вот и Кубань, первая острая атака, 8-я минута, ошибается «Динамо», и Кубань вылетает кавалерийски. Косинтура и Глушков под Магомедовым. Удар Нестеренко. Не с первого раза, но сложившись забрал. Это Залимхан Юсупов. Алибеков, Магомедов, Косинтура. Удар с левой. Накрывает Осипов, страхуя. Отвечает двойным ударом. Помните фильм с Ван Даммом? Храмцов налево. Лисакович дальше. Магомедов. И вот момент, шанс. Магомедов дальний. 1-0. Концовка. «Динамо» в раздевалку. Магомедов щелкнул и попал. Как увидел-то, а? 20 лет с небольшим парню, а как исполнил. 22 Рожабу. И вот Магомедов остается в стартовом составе. И в этом сезоне во всех матчах удар в дальний угол. Выходит с первых минут и отплатил доверием Бердыеву. Но с Бердыевым поработать, конечно, для многих это в «Динамо» несказанный опыт, удовольствие. Момент у «Динамо». Магомедов. Удар. Это Глушков. Шанс. Забивай второй. И по такой обороне «Динамо» шансов у Кубани не будет. Но потом все-таки вот постепенно футбол. Момент, и второй мяч влетает в ворота Кубани. Отличается Глушков. 72-я минута. Косинтуру хвалил. Косинтура вырезал передачку. Вырезал Эгаш. Заявище. Спасибо Немесам. Глушков, заявище на победу. Гол Глушкова с передачи Косинтуры. Потеря. Абдуллахи вырезает. Сердеров. Ну, забить в первом же матче. Сердер. Осипов разряжает. И снова с претензией. Темников ошибается на пустом месте. Ну что ж, вот это так, как квинтэссенция текущего положения дел в Кубани. Все плохо. И по результату, и по игре. Момент. В дальний тащит Нестеренко. Юсупов технично. Но там еще и летели хорошо. Свисток Машлякевича. Все. 4 минуты сыграны. Кубань проигрывает. А «Динамо» празднует. Кубань 3 поражения. Енисей 1-2. 0-2 от КамАЗа. И еще раз 0-2. Трижды по 2 мяча получает Кубань.